Всех приветствую, меня зовут Диана и с вами на Изадай Ньюс. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно покинет индустрию ММА. Это касается и тренерской карьеры, и всего остального, что связано с ММА. Речи о переходе в политику также не идет. Сейчас спортсмен находится дома в Дагестане. Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэджи. Найза анонсировала финал Гран-при в легчайшем весе. В финал Гран-при Найза вышли Дастан Амангельды и Султан Жолдашбек. Финальный бой пройдет 25 февраля на турнире Найза 49. В полуфинале Дастан выиграл Гильжана Алиаскара, а Султан выиграл решением судей бразильца Рафаэля Диаса. Рафаэль Физиев проведет бой с Джастином Гэджи. Рафаэль Физиев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore анонсировал свой бой с американцем Джастином Гэджи. В интервью Рафаэль Физиев отметил, что в UFC пообещали бой с Джастином Гэджи в марте. UFC тоже хочет этот бой. Дана Уайт хочет этот бой. Мне сказали в марте, готовься, мы ждем контракт. Как официально все будет, сказал Физиев. Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 самых перспективных бойцов UFC. Британское издание GoGo Plata MMA включило казахстанца Шавката Рахмонова в список бойцов UFC, за которыми нужно пристально следить в этом году. Помимо Рахмонова, в список вошли представитель Испании Илья Тапурия 13-0, ирландец Йен Гарри 10-0, американец Бо Никол 3-0 и мексиканка Ясмин Хаореги 10-0. На этом сегодня все. Подписывайтесь на наши социальные сети и следите за новостями.